25 заблокированных бросков у «Витязя» в сегодняшней встрече. Швец роговой клюшку потерял. Бросок, добивание, и опять Сапрыкин. Не идет шайба в ворота просто на отрез. Две шайбы за 13 секунд ЦСКА все-таки не отыграет. Да. Когда начинал ты свой спич про Игоря Сапрыкина, я думал, сказал, не так много матчей Сапрыкина видел. Не понимаю, как команда могла пропустить 130 шайб в этом регулярном чемпионате. Больше только, к слову, на «Югра». Бедолажечки получили, но вот сегодня Сапрыкин действительно, пожалуй, лучший матч в сезоне проводит. Ну и я бы отметил, так сказать, и защитников тоже сейчас по последнему эпизоду.